Меньше 10 дней остается до старта всероссийского турнира по грэпплингу «5 звезд» в Чечне. Эти престижные соревнования носят статус главного старта сезона и станут отборочными перед чемпионатом мира. В каком расположении духа находится дагестанский грэпплер, узнаем в сюжете наших корреспондентов. Слово Курбану Рагимову. Две тренировки в день, нагрузки интенсивные. Это финальный этап подготовки к турниру «5 звезд». Семидневный сбор клуба «Universal Fighters» проходит в Дербенте. База расположена на берегу моря. Тренер Абдулжалил Адилов уверен, это хороший вариант внести разнообразие в процесс. Мы все знаем, что на берегу моря благоприятный такой климат бывает. И воздух немного особенный, да, чем в городе. Решили у моря, и это является как бы психологической разгрузкой для спортсменов. Это дает тройную, четверную, там какой-то умножает твои тренировки, и тройная, четверная польза бывает, чем это будут простые тренировки в городе, когда у него есть домашняя суета какая-то, он от всего абстрагируется и получается занят только тренировками и все. На базе не было спортзала. Эту ранее пустующую площадку грэпплеры оборудовали сами, привезли и постелили ковер. Условия, конечно, здесь спартанские, но борцы люди неприхотливые. Для тренировок все условия есть: зал, душ, теплая вода, там питание, жилье. Все, многого все, не надо, да? Да, многого не надо, но все необходимые условия есть для тренировок. И нам главное маты, да, где побороться, и все. Тренировки на сборах включают в себя работу над общей физподготовкой. Это бег по песку и занятия на турниках. Наградам Абдурахмана Биларова уже потерян счет. Вместе с Магомедом Абдулкадыровым они выигрывали в грэпплинге почти все. Но победного настроя это не отбавляет. Для меня чемпионат мира, можно сказать, сейчас главная цель. Я выполнил нормативы мастера международного класса. И хочу достичь нормативов заслуженного мастера спорта. И для этого мне нужны баллы, соответственно, выиграть чемпионат мира. Поэтому цель есть. Хочешь стать сильнее – тренируйся с лучшими. В сборах успели поучаствовать порядка 30 спортсменов. Подключиться мог любой желающий. Давид Этезов приезжает в Дагестан из Санкт-Петербурга уже во второй раз. Привлекает атмосфера и отношения внутри команды. После окончания тех сборов он планирует задержаться в Махачкале. Приехал сюда для того, чтобы набраться опыта, потому что такого количества черных поясов, вообще любых цветных поясов и такого количества титулованных спортсменов на самом деле в Центральной России это тяжело найти. И поэтому приезжаю сюда, чтобы поработать с лучшими атлетами нашей страны. Хочу остаться на полгода для того, чтобы пожить здесь, потренироваться, потому что здесь отличный коллектив, отличные ребята, братская атмосфера. Меня здесь встречают как своего, как будто я реально здесь всю жизнь живу. То есть отношение здесь такое, здесь хочется оставаться, здесь хочется тренироваться. Сборы грэпплеров уже подходят к концу. Дома нагрузки пойдут на спад, некоторые приступят к весогонке. Клуб Universal Fighters в Чечне представят 20 грэпплеров. Турнир в городе Шали пройдет с 10 по 11 августа. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Дербентский район.